Общегородской субботник без границ. 28 апреля молодые люди из клуба «Открытое сердце» преображали сквер у Центра культуры и отдыха. Работать граблями и метлами ребятам тяжело, поэтому решили высадить молодые деревья. На помощь пришли волонтеры и городские власти. Администрация предоставила необходимый инвентарь и 25 саженцев липы. Аллею сделать решили «Открытого сердца», так как мы занимаемся в Центре культуры и отдыха город Иваново, который находится рядом. Клуб у нас называется «Открытое сердце», поэтому аллея «Открытое сердце». Летом будем выходить, дышать воздухом, наблюдать деревья, как растут, ухаживать за ними. Участники субботника уверены, что ответственность за чистоту в городе лежит на самих жителях. Внести свой вклад в общее дело может каждый. Поддержать ивановских ребят с ограниченными возможностями здоровья приехали друзья из других городов. Вместе выкапывают ямки, сажают и поливают молодые деревья. Мы общаемся, мы социализируемся. И есть люди, которые менее активные, да, они все равно в рабочий процесс входят, и замечательно. Я сегодня впервые посадил дерево, для меня это тоже особый опыт. Очень приятно сделать ваш город невест еще красивее. После субботника ребята пригласили всех желающих к большому плакату с открытым сердцем. На нем предлагали написать пожелания и теплые слова, поддержки и понимания. Я пожелал побольше таких людей, как вот такие добрые, открытые люди. И, в принципе-то, счастье, здоровье, как обычно, в принципе, чтобы они были счастливы и не уходили ни в какие в депрессии, ни во что такое. Ну, в принципе-то, все. Я написал, пожелал добра и позитива, чтобы все были счастливы, довольны и ни в чем не нуждались. Городской субботник стал поводом не только немного озеленить один из скверов, но и позволил лишний раз собраться вместе, показать ивановцам, что добрые дела не знают границ. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.